Сейчас вам дам мощные советы. Смотрите, если у вас маленькая ванная, но вы хотите расположить все, сразу вставляйте сушилку и машинку вместе. Тогда на балконе не будет занимать место. Шкафчик можно сделать сверху. То есть все, что будет для ванной комнаты, вы можете засунуть вот в этот чук. Чудесный шкафчик. Делать обязательно полотенцесушитель электрический, не водяной, потому что если горячей воды не будет, то и полотенчик ваш будет холодным. Между ванной и плиткой обязательно стык должен быть минимальный, миллиметражный, чтобы грибок и вода не скапливалась. Обязательно делайте душик, желательно два, и краник, чтобы, если были детки, на них на голову сверху не лилось. Зеркальце делайте с подсветкой и с температурой, и чтобы была музыка еще, да, с радио. Столешничка вот такая вот красивая. Ну, вот такая вот прекрасная ванна, если вы хотите. Сохраните, чтобы не потерять, и отправьте своим друзьям, которые планируют ремонт. Они будут весьма признательны. Видите, дует, да, радио. Ну, музыку включи, ну что ты.